Нет! У меня больше нет друга! Настоящая схватка двух титанов! У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. То вы будете в будущем. Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Посмотрите на масштабы. Я даже не представляю, сколько здесь литров воды. По моим подсчетам, где-то 6 тонн. 6 тысяч бутылок по литру. Есть вот такая вот горка. Мы зальем ее мылом и водой. Скользкая, как каток зимой. Также сегодня будет очень много челлендж. А4 продакшн за кадром. Больше всех наберет баллов за этот ролик, заберет куш. Очень мыльно. Кайф, да? Корку вылили кучу литров мыла. Самое время, наконец-таки, совершить. Пацаны, кто сделает это? Чурния. Поддержите лайком. Прямо сейчас лупите, давайте. Держусь. Я тебя отпускаю, Илья. Нормально? Это скучно, поэтому мы берем реквизиты. Мини-лодочка. О, красава. Да я прям вернулся оттуда, я вам скажу. Скорость, пацаны, Need for Speed, Most Wanted. Огромный батут. Это для двоих. Посмотрите, какой он. Так, плывем обратно на лодку. Только глянь на камеру. Так, не мини-лодка, это лыжи. Так, давай, глянь, я почти. Давай. Я всем рекомендую попробовать. Гигантская фламинго. Ого. Итак, погнали. Вообще не намок, ребята. Ну что, мы покатались на все. Сейчас мы нальем еще больше мыла. Приступим к челленджам. Соревнование на бал. Красненькая кнопочка. Сейчас у нас будет челночный бег. Скатываемся с горки, пробираемся через весь бассейн. Человек, который придет сюда первым, получает бал. Нет, давай без этого. Дышай ему, дышай. Плюс бал. Ура, пацаны. А вы что боретесь? Петюню. Yes. Блин, ты просто выбрал тактику, чтобы тебе никто не мешал. Мой клиент, пожалуйста, только не за мной. Ребята, сейчас будет еще один раунд. Мы сразу должны зацепиться за деревяшку на горке. Шайка Микола! Да! Как? В этой битве я заработал 2 балла по Кобякову. Это было круто. Более интересное для нас. Очереди становится к краю бассейна. До сюда. И когда он до сюда доберется, фиксирует свое время. Но не все так просто. Шарики с водой, которыми мы будем бросать. У кого будет лучшее время? Итак, посмотрите. Сразу красненький шарик. Цвет лайк. Ну что, прям край. Все колышки торчат. Касаться края бассейна. 2, 3. Пошел секундомер. Он тратит время. Время идет. Может, он ждет, пока мы все шары испугаем. Вот этого кабанчика я ставлю. О-о-о-о! Поближе ко мне. Уже где-то около минуты, мне кажется, он старается. Просто какая же ты? Я не могу запрыгнуть. Ноги свело. Запрыгивай. Он уже 2 минуты. Да пацаны. Немножечко. Дайте запрыгнуть. Ну запрыгивай, запрыгивай. О-о! Что соскучился? Давай просто дадим ему победить. Победить? Просто пускай залазит, да? У тебя уже 3 минуты там уже. Блин, Кобяков, ты такой приколист. Стреливай. 3 последних снаряда в ладонь. Шарики-то закончились. Предатели? Правила игры. 4:35. Теперь, Глентик, я считаю, твоя очередь. Да, твоя победа. Камень, ножницы, бумага. Да! Кай! Так, вместе с Кобяковым. Мне кажется, у меня все получится. Это основная задача, что здесь нужно делать. Полностью согласен, но нужно перетерпеть. А тут не так скользко, давайте шампунь добавим. Шампунь еще? Я сейчас смою мыло с перчаток, чтобы... Давай, Глент, мы уже дождались. Вы не готовы к такой скорости, ребят. 2, 3. Главное, перетерпим. Это не тот, сколько? 38 секунд. Ну, как будто меня просто бомбардируют. Да еще шариков больше всех. Ему просто капец. Чуваки сейчас просто супер злые. Они будут вдвоем мне мстить максимально. Помнишь, как ты мне мыло подливал? Давай, я готов. 1, 2. Есть! Вот, смотри. 4,5 минуты разницы. Как?
3 балла получают у тебя. Победитель. Да, там один мне нормально залетел. Пацаны уже на краю бассейна. Обратите внимание, у пацанов есть пояс. Добраться до вот этой желтой линии. У них одна веревка. И каждый может ее перетянуть. Вы готовы? Да! Раз! Игрок под именем Влада 4 пока отстает. Челлендж начинается. Опа! Влад вообще вышел прим. Так, Кобяков меня тянет! Не дотянусь, ребята! Все, так, у кого кончатся силы впервые? Начинается настоящее перетягивание каната. Кобяков, по всей видимости, не сильно напрягся. Кобяков берет, Влад берет веревку на запас. Кобякова много веревки! Неожиданно, я вот там вас уверяю. Кобяков заеносил и сохранил больше веревок. Настоящая схватка двух титанов! И не хочет уступать. Запас веревки у Кобякова все равно. Равно больше принимает крайние меры. Забрать! Неужели он его спихнет? И сам спихнется! Ребята, начинаются торги. Кто кого? Нужно ставить лайк прямо сейчас. Освободился от веревки и что? Что он проиграл. Короче, Кобяков попытался заеносить. Поздравляю, молодой человек. Блин. Пока ребята поднимаются, я добавлю. Подожди, покажи. А, это уже читерство. Подписаться на канал. На фоне борьба двух титанов. Круто? Круто. У него пошло, что-то получилось. Силы больше кончаются. А ты что здесь? Основная веревка. И он у него душа не позволит ему быстро подняться. Кобяков профессиональный енот. Он метро вырвал себе, Кобяков. Это за маневр. Что он делает? Что он делает? Где рефери? Не-а, Кобяков. Только можно выиграть или проиграть. По ощущениям, Глент пока что в проигрышной позиции. Больше потянуть не может. Кобяков отлично контролирует. Сможет ли Глент сделать финальный прыжок? Знаете, что я сделаю? Я готов отдать свой балл победителю этого раунда. Да, Кобяков. Это 2 лучших смеха в галактике на горке. Ага. И Глент, кулачок, вот ладошка, вот на нее нужно нажать. Нажал! А, Глент, нажал! Ноль. Я просто по сантимичный вот этот вот прыжок в конце. Запрыгнуть. Мы с енотами не дружим. Поняли, что Кобяков уже... Пацаны участвуют в финальном раунде вдвоем. Можно выиграть. Короче. Чашки стали цветными. 2 желтые, 1. Прямо сейчас спускаемся на рандомную деревяшку. Несмотря на то, как мы играем где 4 цветов. А мы с Глентом должны... Кобяков назовет синий или зеленый. Будет забавно. В ролике, конечно. Занимаем свои позиции. Итак, игра началась. Короче, ребята, если вы не поняли... Надо добавить мыло, товарищ ведущий. Владислав, для вас все что угодно. Вода холодненькая пошла. Воду давай! 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 Горы! Желтый! О! На желтом! Тяга! Даже не думай! Вам нужно поменяться местами! Нужно подумать, как я могу добраться! 4! Ладно, пускай их сколько хотят это делать! Нет! 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 Синий? Нет! 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 Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. А с вами был я, меня зовут Влада 4.